С 1 октября планируется запуск нового маршрута движения общественного транспорта в Когалыме. Социально значимый автобус номер 5 будет отходить от Береговой, высаживать пассажиров у Галактики, делать остановки по проспекту Шмидта, улицам Степана Повха, Дружбы народов Прибалтийской. А конечной станцией будет Политехнический колледж. Предполагается, что будет 6 рейсов, по 2 в утреннее, дневное и вечернее время. Запуск нового маршрута связан в первую очередь с устранением неудобств, которые испытывают пассажиры левобережной части города из-за сложности добраться в центр. Появление новых остановочных павильонов по улице Береговой, проспекту Шмидта и около администрации города также сыграли свою роль. Об интервале движения транспорта будет известно чуть позже. К слову, в связи с многочисленными обращениями граждан, задержки в прибытии, а также наполняемость автобусов в соответствии с классом находятся на контроле у чиновников. Все маршруты, то есть, они настроены, то есть, под определенные, то есть, категории жителей, то есть, и, как правило, то есть, после 8 часов, то есть, значительно снижается пассажиропоток граждан, то есть, и автобусные, маршрутные и средства, то есть, и передвигаются с пустыми салонами. То есть в этой связи, чтобы не было неэффективного, то есть расходования средств, в настоящее время, то есть в позднее и вечернее время, то есть движение таких транспортных средств не осуществляется.